А сейчас у нас в студии гость. Друзья, знакомьтесь. Александра Вдовиченко, чемпионка Украины по фитнесу, финалистка чемпионата мира по фитнесу, мастер спорта по силовому акробатическому фитнесу и тренер альтернативной студии танца LSD. И просто красивая девушка. Рада Привет. Приветствовать тебя в нашей студии. Да. Саша, расскажи нам для начала, когда появилось желание профессионально заниматься спортом? Ну, до 19 лет я вообще к спорту не имела никакого отношения. Я считала, что я не спортивная девушка, и вообще спорт для меня это очень тяжело. После тренировок крипатура, все болит, зачем это нужно? Вот. Но в 19 лет как-то меня осенило одним прекрасным утром, когда я не влезла в любимые штаны, что, наверное, нужно заняться собой и что-то начать делать. И тогда в моей жизни появился такой вид спорта, вид танца, как pole dance. Вот я пошла на тренировки замечательной Анастасии Мельник, у нее тогда была своя студия в Николаеве. Вот, я пришла впервые к ней в студию, и вот, в принципе, с этого и началось мое продвижение в спорте. Вот, я начала тренироваться, и за год уже достигла каких-то определенных успехов, и потихоньку уже начала пробовать у нее же в студии тренировать. То есть главным мотиватором выступили штаны? Да, как ни странно. Как у всех девушек. С чего началась твоя карьера? Карьера? Ну, наверное, вот с того момента, когда я начала тренировать, я поняла, что мне это нравится. Мне нравится работать с людьми, мне нравится их тренировать, видеть, как они растут, их достижения, радости, радоваться, когда у них что-то получается. Вот, наверное, с этого все и началось. Когда я видела, что люди стремятся вперед, у них все получается, мне захотелось тоже как-то совершенствоваться. И в моей жизни появилось новое хобби – бодибилдинг. Соответственно, да, фитнес, в котором я выступала до прошлого года. В этом году пока что я уже все, не выступаю, не соревнуюсь. Вот мы готовим тоже девочек, выставляем их, готовим спортсменов. Вот, в принципе, этим я и занимаюсь сейчас. То есть, в принципе, это можно назвать твоей основной деятельностью? Да, это мое хобби, это вот то, чем я живу, это не, я не могу назвать это работой. Это то, что мне нравится, то, что я делаю каждый день. Вот, и получаю от этого удовольствие. Да, прекрасно. А первые твои соревнования где были и когда? Первые мои соревнования были в 2014 году, весна, чемпионат Одесской области. Вот, я готовилась к нему недолго, полгода всего. Мы с моим тренером, когда начинали работу, мы даже не думали, что что-то получится. То есть мы просто решили попробовать. Поехать, посмотреть, что, как для опыта, понравится ли мне. Потому что подготовка была очень сложная. Я выступала первый раз в категории фитнес-бикини. Спортзал для меня это было что-то нереальное, далекое. Я не ходила туда, я не знала, что это. После полденса у меня была какая-то форма физическая, но этого не хватило для того, чтобы вот уже сразу выйти на сцену. Я начала тренироваться, полгода протренировалась. И вот первое соревнование, это был чемпионат Одесской области. Я выступила там и успешно, на удивление. Вот, и дальше уже поехала через несколько недель на чемпионат Украины, тоже успешно выступила. То есть ты в один момент решила взять все просто, да? Я решила попробовать вообще, получится или нет, потому что это очень сложно, и люди тренируются годами. Вот, нужна огромная сила воли и характер. Мне изначально настраивали, что Саша, не думаю, что у тебя что-то получится, просто пробуй, мы просто едем посмотреть. Я как бы не настраивалась, что я золото привезу. Вот, я работала, я делала все, что от меня нужно, все, что требовал тренер. То есть я ходила постоянно на тренировки, регулярно тренировалась, ничего не пропускала, дни рождения, праздники, все проходило мимо меня. Была история, когда на свой день рождения все отмечали, а мой день рождения, да, все мой день рождения, то есть собрались мои друзья, все приехали меня поздравить, они, естественно, отмечали, я накрыла им стол, а сама ела свои протеиновые печеньки. Вот, да, то есть как бы, ну вот так, я понимала, что я делаю это ради чего-то, у меня была цель, я хотела успешно выступить, а нужно что-то приносить в жертву. Вот, поэтому, ну, вот как-то так. Какое ты желание загадала, когда тебе победить вынесли? Да? Конечно, сбылось? Я хотела золото. Потому что, когда вы получаете медаль и стоите на сцену, когда вот вручают его, ты понимаешь, что это слаще всех тортов, пирогов, вот этот момент,
когда ты полгода тренировалась, полгода режим, диета, питание, и здесь вот все, вот за твои труды, вот награда, когда ты смотришь, тренер твой, молодец. А сразу после победы есть такое желание, вот сразу кусочек торта? Конечно, я вам больше скажу, после соревнований у нас уже стоят торты, спортсмены с собой уже приносят всякие вкусняшки. Да, то есть мы сразу выступили, мы еще не ждем награждения, уже начинаем немножко кушать. То есть одновременно мысль, сейчас вот получу награду, и там меня ждет торт. Да, если хорошо выступлю, если все будет хорошо. А сейчас как часто бываешь на соревнованиях? Сейчас, вот последние мои соревнования были осенью 2014 года. Я готовилась на осень 2015 года, тоже на чемпионат мира. Но у меня случилась травма, и поэтому мы решили немножко повременить. Я восстанавливаюсь сейчас. Вот, сейчас не готовлюсь, но езжу, мы готовим девочек, наши девочки успешно выступают, тоже занимают призовые места, то есть как бы сезон проходит два раза в год, это осень-весна, я регулярно езжу, смотрю, что там, какие новые спортсмены, правила постоянно меняются, спортсмены меняются, оценки, баллы, то есть абсолютно все, вот, мы ездим, смотрим, учитываем, что как, чтобы готовиться качественнее. А какова она, вот, обратная сторона медали, быть все-таки тренером или быть спортсменом? В чем отличие? В чем отличие? Ну, это, наверное, вот то, что вам больше нравится. Я пробовала себя и в роли спортсмена, и в роли тренера. Вот, мне нравится тренировать. Я люблю смотреть, как люди меняются. По себе я как-то не очень вижу. То есть я делаю то, что мне говорят. Я очень самокритичный человек. Мне всегда все не нравится, что-то не так. Вот я не вижу по себе вот каких-то перемен. А я люблю наблюдать, как вот люди растут, как они меняются, как закаляется их характер. Потому что спорт, конечно, он закаляет. Вот. Мне очень нравится тренировать. Ты много наблюдала трансформации людей, конечно, которыми ты занималась? Да, конечно. У нас был проект Bikini Sport Project. Вот многие девчонки очень спрогрессировали. Многие привели себя в форму после деток, скажем так. Похудели на очень много килограмм. В группе есть, ВКонтакте есть группа, где... сравнительные фотографии. Да, сравнительные фотографии до и после. Многие даже не верили и писали, это вообще разные люди. Вот, то есть действительно люди меняются, и жизнь у них меняется к лучшему, потому что вот как ты выглядишь и как ты себя чувствуешь, это имеет значение на то и отражение, вот как ты делаешь. Вот, поэтому да, люди меняются, меняется их жизнь. А кто помог тебе в создании школы танцев, когда ты начинала только тренировать? Изначально, когда я начинала тренировать, тренировала у своего тренера, у Анастасии Мельник, протренировала у нее год. Студия закрылась, так как она переехала в другой город работать. Но я уже на тот момент не представляла свою жизнь без пилона. Я поняла, что это вот то, чем я хочу жить. И пришла домой, говорю: мама, вот так и так, что делать? Она говорит: ну давай попробуем. Вот. И в принципе, благодаря моим родителям, они в меня поверили. Мы открыли первую маленькую студию в полуподвальном помещении на 4 пилона. И вот, наверное, с этого все и началось. Родители поддерживали морально. Вот. Ну, мы работали, через год уже начали открывать другие студии. Сейчас у нас их несколько, планируем. Ну, в планах есть еще расширяться. Но изначально, конечно же, все благодаря родителям. Они в меня поверили, они мне помогли морально в первую очередь. Тогда вот такой вопрос. Вот часто вот пилон, занятия пул-дэнсом, вот своеобразное у людей отношение к такому виду спорта. Да. Как трансформировалось твое восприятие? Просто многие говорят, это стриптиз, это плохо. Ну это... да. Изначально, когда я решила заниматься пул-дэнсом, я пришла к маме, к родителям, говорю: вот хочу попробовать что-то новое, интересное. Я тогда еще училась в университете, я педагог, и мне мама говорит: боже, ты же будущий преподаватель, что ты себе думаешь, что будут думать твои дети, это же как это? Я говорю: мама, это абсолютно не то, это не стриптиз и ничего общего не имеет с этим. Но у меня мама такая продвинутая, она посмотрела ролики в Ютубе, звонит и говорит: слушай, а это интересно, очень интересно, давай попробуешь. Вот, я начала. Конечно, поначалу это был 12-й год, люди вообще не понимали, что это. Ну, мы находили единомышленников, показывали своим примером, что это абсолютно другое, это спорт, это красиво, это сложно. Сейчас, вот на данный момент, у нас нет этой проблемы вообще. Может быть, она есть в других студиях, но у нас нет. Нас уже знают, у нас очень много детей. Мы вовлекаем, мы популяризируем пул-дэнс как спорт. Мы сейчас являемся единственными представителями пул-спорта в Николаеве, в Николаевской области. Работаем от федерации, готовим детей на чемпионаты Украины. Сейчас будем пробовать подготовить на Европу.
Европу, мир. Вот, то есть это очень серьезно. У нас приходят дети, взрослые, родители. То есть сейчас уже вообще нет, мы не сталкиваемся с этой проблемой, что это стриптиз. Нет. Мы устраиваем соревнования, отчетные концерты, приходят родители, бабушки, дедушки. Они видят, что это такое, что это сложно. Вот, поэтому у нас такой проблемы уже сейчас нет. Поначалу, да, было сложно. Скажи, а чем отличается обычный день обычного человека от чемпионки Украины по фитнесу? Ну, в плане распорядка дня, питания, да? Ну, у меня режим. У меня расписано время, когда я делаю то, то, то и то. У меня тренировки, у меня еда. Каждый спортсмен, наверное, меня поймет. Это лотки. Ты носишь с собой еду в лотках, ты считаешь калории, углеводы, жиры. Но это, конечно, все на подготовке, когда ты готовишься, это все серьезнее воспринимается. Сейчас я нахожусь в таком затянувшемся межсезонье, так сказать, поэтому я немножко проще к этому отношусь. Но, конечно же, я не употребляю мусор. Я не мусорка, чтобы в себя вкидывать всякий хлам в виде Макдональдса и всяких шоколадок вредных. Но иногда же хочется. Иногда или нет, хочется. Это... Для этого существует читмил, такое понятие. Это когда раз в неделю, в первой половине дня, вы до 12 можете кушать все, да? Что вы хотите. Да. Морально намного легче. Ты знаешь, что тебе можно. Но можно там в воскресенье с утра. Ты скушаешь, подожди. И намного легче становится. Ты понимаешь? У меня что... получается пожизненный читмил такой, да? Ну, как-то так, да. Вот. Ну, вы же понимаете, что это образ жизни. То есть это ваше здоровье, нужно за этим следить, потому что сейчас очень тяжело, продукты, нужно следить. Ну, главное, чтобы это в привычку вошло, наверное. Ну, естественно, да, себя. Главное начать. Да. Вот когда вы начинаете, вы потом вливаетесь в этот ритм, и становится уже легко. И, ну, ты не понимаешь, вот как люди могут вот так жить, вести вот такой образ жизни, а не вот такой. Вот, и когда я там вот была на подготовке, на первой своей серьезной, я вообще не понимала, я смотрю, люди там просто вбрасывают в себя всякий мусор гастрономический и вообще не думают, что они делают, ведь это вредно. Девочки курят, употребляют алкоголь, причем в открытую вообще, и не думают о будущем никак. А потом не знают, куда деться со своими проблемами, что с ними вообще как делать. Как от этого мусора избавиться? Да, вот я поначалу вообще, вот когда влилась в это все, я не понимала, о чем вообще думают наша молодежь и наши девочки. Сейчас я работаю вот в том обществе, в том кругу, где люди следят, где люди думают, что они делают, и что у них еще впереди огромное будущее. Вот, мне очень приятно сейчас вот такая тенденция, люди подались в спорт массово. Это очень радует, потому что сейчас ситуация такая в стране. И люди не пошли там в какие-то бары запивать, они пошли в спорт и тренироваться. Сейчас алкоголь просто дорогой. Сейчас абонемент стал дешевле. Выходит, да, что зал дешевле. Да, то есть люди как-то задумались. И очень сейчас спорт стал модный, наверное. Люди тренируются, это очень радует. Какова вероятность того, что ты вернешься вот к преподавательской деятельности? Ты сказала о том, что ты преподаватель. Есть ли вероятность того, что когда... А я и преподаю параллельно. А вот по образованию какой ты? У меня иньяс, иностранные языки. Ну, ты просто сам Бог велел. Ну вот, да, как-то я начала преподавать еще на первом курсе, частным репетиторством заниматься. И веду детей уже очень много лет, и уже никуда. То есть это тоже часть моей жизни. Я наставляю детей, я рассказываю им, как правильно, что правильно, как нужно себя вести, как нужно, что нужно делать, учиться. Вот, они молодцы. Многие дети, которые ходят ко мне на английский, они ходят ко мне на тренировки по pole dance.